не уэста, снял свой ее подруг. Папа друга знает, не отзор вообще речка. Зато он знает друга президента США. Политик президента, так нормальный чувачок. Навещает друга, папа милый старичок. Сучка, у которого заделала тату. У мастера, который корень сборный из Юту. Кому ты долго несчастлива? Куда податься, чтобы было хорошо? Все будет долго и счастливо. Теперь все будет лучше, чем всегда. Все будет долго и счастливо. Которые живут в квартале красные фонари. А у них подруга корень вот и сабльцо. У доктора, который стал жаркой и пусто. Часто брутовали жирный кандес ПТР, которого поймали при еще СССР. Здесь он подружился с надзирателем тюрьмы. Похвел на пластик по моей родной сестры. Все будет долго и счастливо. Теперь я знаю, как вообще и что. Все будет долго и счастливо. Куда податься, чтобы было хорошо? Все будет долго и счастливо. Теперь все будет лучше, чем всегда. Все будет долго и счастливо. Сегодня стоит упомянуть, у нас, как бы говорят, десятилетие, вот, поэтому некоторые песни будут из того древнего римского периода. Звезда! Вселенская! Вселенская! Может быть, никто их и не знает, я скажу больше, может, и я там опять потяну время немножко. Закрою ширину и такие кресла. В ней тысячи молекул воды от стены до стены превращаются в без покойства. Превратились в людей, не найдя себе места. Шарят по карманам пальто, ищут золото, но создают только вес. Покойство. Поздно теряешь виски. Колонны доски разлились по углам. Yeah.
сказать, дальнего прошлого в наше дальнее настоящее. Мы вспоминаем СССР, когда в стране не было никаких, в общем-то, например, секса. Вот, теперь у нас, нам подарили книжку. Всем одну почему-то. Теперь у нас есть секс. Книжка называется «Камасутра». Конечно, там очень мало чего написано, но картинки хорошие. Вот, и мы по этому поводу решили написать песню для того, чтобы в следующий раз написать песню про что-нибудь более ценное. Например, ну я уже говорил, там iPhone 7 подойдет. Но пока про книгу. Расскажу тебе секрет, но никому не говори. Был вечер, горели фонари. Я и еще один предмет, видите, дамы средних лет. Сидим на кухне с пельменями внутри. Я с маханием руки читал ей стихи. Поэтому я думал, все всерьез. Она была во стоке две минуты, и мне от счастья сломала нос. Всего одно движение. Есть очень хороший друг, мы не скажем, как его зовут.
Зимний Сочи. В общем, всем тем, кто за здоровый образ жизни, например, кушает яблоки, помидоры, огурцы, проверяя их этим осциллографом на нитраты. Свеклу! Свеклу, да. Сало в шоколаде вообще.